Форум, посвященный экономическому потенциалу Сырдаринской области, прошел в Гулистане. В нем приняли участие глава представительства Всемирного банка в Узбекистане, зарубежные эксперты и инвесторы, представители Министерства экономики и промышленности. Цель мероприятия – рассмотреть возможности для реализации проектов с участием международных финансовых институтов и определить направления для капиталовложений. Сразу же после ознакомления с потенциалом региона зарубежные инвесторы выступили со своими предложениями. Направления разные, проектов множество, и тем не менее точки соприкосновения найдены. Уже к сегодняшнему дню работают средства Всемирного банка, выделившего 3 миллиарда долларов США для Узбекистана. Проекты реализуются в 5 районах Сырдаринской области, где в самое ближайшее время будут решены вопросы тепла и водоснабжения. Наш банк сотрудничает в различных областях с Узбекистаном. В частности, реализуется 12 проектов в области сельского хозяйства, ирригации, энергетики, градостроительства и здравоохранения. Сегодня мы обсуждаем эти вопросы. Выслушали интересные мнения и предложения экспертов. Уверен, нынешняя встреча послужит новым импульсом для дальнейшего взаимодействия. В повестке дня форума значились социальные проекты, направленные на внедрение энергосберегающих технологий, совместная работа по повышению уровня знаний представителей малого и среднего бизнеса. Вариантов несколько. Во-первых, мы можем сотрудничать и в рамках уже тех проектов, которые мы внедряем в развитие животноводства и растениеводства. В рамках существующих проектов мы можем более тесно сотрудничать. Сейчас в процессе подготовки проекта по модернизации сельского хозяйства. Он будет финансировать и государственные программы по развитию семеноводства, по развитию кормовой базы в республике и по предоставлению различных государственных услуг, и как по вопросам повышения знаний фермеров, так и по предоставлению ветеринарных услуг и по карантину растений. Применить мировой опыт и повысить производительность в разы. Зарубежные партнеры намерены развивать совместное сотрудничество с выгодой для обеих сторон. Результаты не замедлят себя долго ждать. Мы реализуем проекты в Сардобском и Околтынском районах на территории в 25 тысяч гектаров земли, где планируем выращивать хлопок. В настоящее время работаем над улучшением мелиоративного состояния земель, где применяем водосберегающие технологии и капельное орошение. По итогам ожидаем получить высококачественное волокно и большую продуктивность там, где об этом даже и не мечтали. На протяжении долгих лет урожайность едва превышала 50 центнеров с гектара. Новые рабочие места тоже планируем открыть, не менее 1000. Презентованные доклады как минимум в ближайшие год-два будут перенесены в практическую плоскость. Абсолютно все участники инвестиционного форума едины во мнении, что эта площадка стала конструктивной для реализации многих проектов и как результат подписания по итогам дискуссий договоров. Наша компания специализируется на производстве мрамора. У нас уже есть совместное в Джизаке. Сейчас планируем организовать СП в Сырдаринской области по изготовлению кожи и готовой продукции. Подписали меморандум на 20 миллионов долларов. От форума участники ждут дальнейшего взаимодействия, тем более что договоренности достигнуты, а инвестиционный потенциал региона задействован.